Осколка не было. Мне спекаться в танк. Да. Пан, не было осколка, нет? Не было. Бля, бедный пан. Бедный пан и все, кто после него. Да-да. Чек на ПК. 4 хила здесь, танки здесь. Вперед. По черепу. Все играют по черепу. На полную войну, давай. Знание, зваха, что помогает. Тут немножко АФК шел, но там шмотки дестируются. Я уже как-то ко сну готовлюсь потихоньку, что мне без. Завтра воскресенье. Я уже спать хочу. Чё ж ты так спать хочешь? Не готовым к рейду больше не приходи. Прессора. Так. Череп бьем, Вальтер, трусы законтролишь, покаяние или фир, крест контролю я, соответственно, луну законтролишь, царь, все остальные спустились нахуй вниз. Не контроль никого-нибудь, шарп стула. Пошли ты. Фиряю. Все. Вальтер, готовься фереть трусы. Череп, зачем вы законтролили? По нему играть надо. Череп играем. Бро. Трусы. По трусам играем. Агро. Лейтенанта ловим.
спавна подняли. Ярило. Там кадру с профа пускай на залине будет. Так. По черепу будем играть. Крест я по контролю. Царь Луну. Вальтер. Ярило вышел. Ждем. Давай быстрее. Шапи, Луну законтролишь, потом это ты придешь, будешь контролить. Раздали контроль. Ох. По череп играем. Уходи в них. Говорят, если встать в череп, то он не будет дергаться так. Крест вышел. Вальтер, креста за контроль. Так, по черепу играем. По черепу сыграли. Трусы с контроля вышли, трусуем. По луне. Потом трусы. Кресту. Корресты. По черепу. Агро. Дизар висел. Так, вот ты на двоих, а крекер на одну. Крекер, знаешь, что на килисете здесь делать? Нет. Берешь килисета, это самый левый, отводишь его вот сюда. Сейчас.
Это лоб прописан. Вам помощь не нужна, Тём? Пока нет. Так, сейчас. Так, я здесь, соответственно, отводишь его примерно где-то вот сюда. Отвести его можно, он кастует, то есть отводишь, загрел и идешь вот сюда. Как он подошел чуть ближе, это примерно ориентир. Подходишь к нему, стоишь, бьешь, видишь фиолетовые сферы. Таунтишь их, немножко продамаживаешь, чтобы они висели на тебе. Они тебе дают дебаф на уменьшение по тебе, как его? Урона темной магии. Урон, да, темной магии. Все, это вся твоя задача. Сферы не убиваешь. Подымажил чуть-чуть, лужу можешь разливать каждый раз. Когда они будут, на тебе должно где-то штуки 4 висеть. То есть следишь, они появляются рядом с боссом. Можешь продамажить, умирает сфера, появляется новая. Только не надо слишком особо сильно дамажить. Соответственно, на Вайда напуливаешь Эльрей. То Валанара, да. Потому что с него сорвут его сразу. Слишком ОЕшками не цеплять. Ты Эльрей знаешь, как этот адреналин, всю эту парашу и как он называется? Да я так и делаю. Я постарайся двоих напулить как-то. Он двоих не напулит. Чего еще раз? Постарайся двоих напулить. Ну, так у меня же есть этот шквал клинков. Я бью сразу 2-3 цели. Об этом и говорю. Так, все остальные. За кинетикой также ДДшники следим. Есть возможность, подбили. В основном, Локи, посылайте на них пэтов. Чек на готовность. Так, Джованни, да? Пришел. Интернет врубили, да? Так, все готовы. Счет на пол. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины и королевича. Теперь наши силы... Я распул выдаю? Нет. Прямо. Напуливай. Отводи. Просто отбегай, может спиной он кастует. Давай. Вихрь, Ринджу набрали, пересета забери. Просто отбеги дальше. На сферу пока забей. Все, он отошел далеко, нормально. Вон, видишь, какого, темное ядро. Вот это забирайте на ядро. Держи ядро. Главное на килисет. Че ближе подходи? Ты килисет, это кинь щиток в него, говно какое-то, кинь в него. Рэнджу. Рэнджу набрали. И заберешь с меня ядро. Забирай сферы. Стопните флут, забирай сферы, иначе тебя шотнет. Ложимся. Я забирал. Блин. Киньте диван там на кого-то, чтобы не бежать. Протал один. Смотри. Кисет набирает агро от хила по рейду. От разных факторов в рейде на людей. Он, если ты кинул в него таунт и пошел смотреть в небо, он пойдет по рейду и будет убивать всех. Ты, когда подходишь к кисету, кидаешь его щит небес. Вот это говно, которое по трем целям бьет. Всякую херню, вот эту молот. Праведника, еще какую-то херню, правосудие, кидаешь 4-5 способностей, чтобы все в КД ушло, потом с ним убегаешь, сверки черные, которые появляются, ты должен забирать на себя таунтом. Смотри, взял, прожал, чуть-чуть побил, отбежал, не надо спиной идти, отбегай сразу. Понял. Но что он тебя кастует, он не бьет мили атаки. Видишь, потом, если на каком-то ДДшере висит этот, как его, сфера, да, и она продамажена, ты это видишь. То ты можешь ее не срывать, потому что она будет от тебя к нему бегать.
ищешь новую. Давайте, поднимайся, пан. Фул баф дали, рыбу кушаем. Ой, да чё ты на хп пропил? Лучше пропей на этот, на ДД, чтоб по гранатам. А, у меня закончились. Две штуки было, закончили. Обмен звезде дайте, выдам еще раз. Перед тем не только. Ещё кому надо звезде обмен? Трубы такой огромобор, что без вариантов. Припоты закончились. Спасибо. Есть подозрение, что царь их не пьет, а он их потом, он ими потом на хаба рыжит. Еще да, и по хватке давайте последний обмен. Еще надо кому-то? Остальных, значит, всех есть. Чек на готовность. Лу готов? Лу? Он уже на клаву свиньи пускает. Я тут. Давай, подтверждай. Отчет на пол. Веру. Рунжу набрали. Отводи, крыльца, это дальше, что бегай. Угу. Вот, нормально, все, можешь подбегать к нему и сферу собирать. Сферы там здесь не забирают. Смена цели 2 секунды. Рейнджу набрали. По килисету точно. Набираю агро на килисете. Иначе просто я его сорвут. Еще ядро. Агри. Сзади бомба падает. Смена цели 5 секунд. Спотал Даран. Локи, старайтесь по этому кинетику подбивать. Пати дать? Кинетика падает, алло. По Волонару. В
Бенжу набрали. Покили сету. Безовый я. Талдорану. Катушка. Чё, пока не агрить? Пока нет. Красен, отойди, мобы. Отойди. Пизда. Видите, пока. Встаньте в этого моба, в одну точку, и он тогда не будет двигаться. Осколок не упал, да? Упал, упал. Ну что, с первым тебя? Ну это второй. За сегодня? За сегодня нет. Башка. Башка латная. Корит меткость. Так, перчатки танковские. Надо? У меня 4 Т4. Угу, ясно. А башка латная нужна? 264-я. Нет? Надо бешеник. Да там тоже 2 Т4 и 2 Т10. Давай, лучше. А, да. Готов. Давай, хорошо. Одного контроля. Убираем по череп. Череп играем. Дальше по песку. Блядь, вы бы еще в Долоране взяли, серьезно, может вы сбежитесь? Сбежали все в одну точку, в звезду. Закрывай.
шмотка здесь потом забирать, когда вообще никому не нужна. На третий спек. Третий? Понял. Так. По черепу. Второй тактик есть. По черепу, да. И выйдет. Угу. Убеги куда-нибудь. Все, давай иди. Так, сейчас я его поставлю. По тактике на босса танчит Войт Маккрекер. Соответственно, МТшит Войт. Ты ешь рядом с ним. Далее. Тесты это жопу босса. Кого укусить, скажу. Кто не знает, кого как кусать, у вас пропадает стандартная панелька скиллов. То есть самая первая, как вы зашли в игру. На ней появляется один. Так, один скилл на единичке. Соответственно, укус. Чтобы укусить человека, вам надо какого? Быть, чтобы он был перед вами в лицо, перед вашим лицом, соответственно, перед вами. И подойти на, к нему и нажать эту единичку, выбрав его в таргет. То есть в цель. Здесь понятно. Далее. С тенями отбегаем к стенке. У вас немного становится фиолетовый экран, соответственно, у вас есть где-то секунды две, чтобы отбежать от рейда. Потому что будем стоять под жопой босса. Ник я буду произносить, соответственно, должен выбежать и, и разлить лужу. С вас будет лужа разливаться где-то секунд 5-6. По стеночке. Если у стеночки есть лужа, значит бежите рядом. Надеюсь, понятно. Далее, когда будет взлетка? Видите, это центральный круг. Соответственно, его вы оставляете 5 хилам. А они встают в рендже, соответственно, в этом кружке. В рендже 10 метров друг от друга. Остальные набирают рендже 10 друг от друга при... Соответственно, дальше. Хилы не должны бегать и набирать от вас рендж. Надеюсь, понятно. Далее, когда босс летит, он проюзает вихрь. Как его? Отдаем прожимки. Соответственно, Маккрекер, как скажу, отдашь. Если надо будет гимн на ХП, я скажу, соответственно, вам надо будет этот, как его, прочитать их приступ. Дальше. Как его? Шаманы. Перед тем, как она взлетает, я скажу поставить темп трепет. Шурпистол на себя, на этот, как его, антифир и масс диспелиш. По тактике я вам объяснил, чек на готовность. Тёма, я там, ну, хилы слабенькие, там два слабеньких хила.
раскидал Далин и Юку первой и второй пати. Там, если что, на второй взлетке самая жопа будет, там могут они спокойствие прочитать. Любовую кожу и спокойствие. Ну, прочитают, ничего сложного. Бузер, Лу, Матума. Все, все готовы, соответственно, пол на Вайда. Так, где-то у меня, блядь, отчет на пол. Сбежали за спину, отлично. Прохил рейда. Остальные все под жопу босса. Турбо укусишь царя. Турбо побежал. Угу. Пистол. Турбо задума, царь. Ляночку. Маш. Краусен где дамажит. Чуть-чуть ближе. Краусен, ближе подойди к рейду, пожалуйста. Угу, отлично. Тотем и трепета шаманы. Все три шамана. Маша побежала. Ренджу набрали. Линочка, не убегай, пожалуйста. Прожимку дай. Прохил рейда. Шарпистол на хп. По жопу босса. Быстро. Быстрее. Под жопу босса. Ляночка побежала. Дальше. Царь, пана, Ляночка, пса, зедум, Эльрея, турбо медвея. Ляночка не услышала, повтори. Меня, вара, пса. Пес собачий. Укусишь его. Царь. Ко мне, пожалуйста, иди. Пан за царем побежал. Аккуратно, только не чтобы не сдох. Отлично. Дальше кусаем любых ДДшков. Кот сама зрение. Ну, промазал, ничего. Бозер. Прохиливайся сам. Тотем и трепет обновили. Вальтер, дал мне этот от тьмы. Быстро. Сейчас снимаю. Освободил. Ренжу набрали, бегом. Ляночка на хп. Царь на хп. Быстро. Не забываем, любого ДДшера сейчас кусаем. Так, на ком? Пес побежал. Вижу. Геро.
как... Сори, у меня ошибка, Вове. Ребят, тени через 10 секунд, не проебить, пожалуйста. Диджей. Больше да поедете. Чечерку. Так, угасающий свет. Держите, ножен посох. Ему нужен. Только шар пистол. Хорошечно будет. Нет. На рестор друида прям вот. Так. Ты бы забирал это, да? Как его? Дагер. Я правильно понимаю? Мишаня, тебе на мейнспек нужен? Для этого больного Финкельштейна. Миша. Я отдам этому друиду, пусть переодевается, хорошо? Однажды мы с тобой так, сражались. Даггер мне сейчас вернешь, за Даггера я тебе сниму и... Ой, ГП. Дайгрен, если тебе надо будет этот Даггер с ребра отдашь мне. Он говорит, не может вернуть. Я понял. Тогда этот пусть остается у тебя. Ничего. Че я так, паладин, жрец, чернокнижник. Надо кому-то? Так, пчелки. Воин, охотник, шаман. Ну, оставь себе, значит, на второй аспект на сову. Проблемы нет. Я сниму тогда половину. Так. Так, Вику надо. Шамаха брал? Токен или нет? Карасен брал? Карасен, ты брал токен? Не вижу. Короче, дам Ромку. Вроде бы. Брал Карасен. Я тоже брал, кстати. У Карасена нет ни одной Т-10. Да, я брал уже один. Ромка брал, да? Этот. О, пан второй. Молодец. Так. Там еще кто-то был. Так кто на токен ролил по мейнспеку? Плюсы. А, псо. Так, псо, давай. Квик, у тебя приора нету. Сейчас, если... Никому не надо будет, соответственно, этот. Следующий уйдет тебе. Сулат, дай, Ромка. Да, хорошо. Я сейчас типа много постей сниму. Так подожди, а кто тут на фалик? Хуй ты фалик заберешь-то. Ты отдал? Нет. Вообще добегаю, меня выбросило. Ну, Ромка, пес, дай обмен. Как вы этот обменяете, скажете, чек на ФК. Давай мне ГП уже. Угу. Гуляем, че нет? Да, хорошо, давай, давай, погнали. Нет, оставляю тебя. По охотницам гуляем. Приоритет череп. Крест. Быстрее хилы прохиливаем.
Играем по черепу, по кресту. А вы видели это видео, где мужик на американских горках телефон? Что сделал? Телефон поймал на американских горках. Нет. Вон там ссылочка. Вот, я не посмотрел видос про гопника. Ну все, ГП тебе. А я не посмотрел. Не знаю, как разбить, чего не особо сильно. А повелительный пизда, все сыграли быстро. Великий, отходите. Дай мастер аут. Отдай льда. Вальтер. Угу. Еще дальше. Агро. Забейте вы на ястребу в хил. Он не особо сильно дамажит. Сразу потом бой не иди, пусть чудесно будет. Порезаем. Похилили, пошли. Нападай, гроза плеть. Черепа сыграли. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Чего не факаем? Дальше потом не ожидаю. Ареса. Готовы? Да, вроде готов, Альга. Пару полководцев выведи. Нормально. Вреди охотницы и отверните. Извините. Забирай, 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 забирай. Заберите мобов.
Я возьму вместе. Да, тайм больше. Я просто сам по себе больше. Ой, ты мой герой. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда, и служите королю Личу. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Агро. Зидан хорош. Вкусно хотя бы. Ща подойду, 20 сек. Рыбу поставил. Ну, крякер, ты слева, войд справа. Собирайте мобов. Милишники приоритет, подавители, разгром, магию, толстики, по толстяков ОУЕ. РДД, ваш разгром, магия, кособокие толстяки, по толстяков ОУЕ. Захиливает Вальку. Челкин, Бузер. Остальные Шурпистул, Красин, Диджей, вы захиливаете рейд. Чек на готовность. Через 5 секунд ремонт. Да без разницы, могут и честь охилить. Шурпистул обратно вернись. А там друид наш. Я знаю, что там друид наш стоит. Тут. Я хотел ему шуточек дать, чтобы он бежал быстрее. Ну ладно. Я ж в шипы не в хере, да. Тут ты меня любишь нормально. Чего не помню. Ну шо, не бежишь? Давай быстрее. Нет, Джей, тебе не надо. Будет прыгать в Бузер и Пчелкин. Летаете по часовой стрелке. Пчелкин на себя урвой на свету поставь. Так. Еще раз чек на готовность, баф проверили. Турбо готов. Все готовы, давайте танки сводим. Этих ОУЕшим, потом по сторонам. Быстрее ОУЕшим. Лучше слева забирай. Забирай, отворачивай прейда. Подавителя. Разгром справа. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой.
подавителем. Заивейдился, чего вы его сагрили? И они вдвоем бы пришли. Будь же далеко лево. Макрекер, следи. Слева и из дальнего, и из ближнего. Ворот идут подавители. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Веди сюда, ближе. Не надо там стоять, танчить подавители. Ну тут нормально по центру. Да. Разгром это позабери на себя. Пан, не стой перед лицом. Так, а в 40, ну. Подниму пан. Больше. Давай. Остакивать. Больше так. Стаков 70 набирай. Будет достаточно. Тут наберешь, как выйдете с портала, скомандуешь Гером. Я первый гимн ХП сдам. Подавители. Сколько стаков? 47 и 50 у них. Подавители.
после этих можно уже не давать будет, да? Да. Выходите с портала, даешь Беру будет. Как там осталось захилить? Там можно убрать. Захни. Даю гимн. Следующий пускай гимн дает. Ляночка гимна какая. Подавители. Все по подавителям играем. Разгром указ бить. Давайте похилим, извините. Хилим. Танк лёг. Быстрее хилим. Там бота на халипал нужно. Влада просто бомбить будет. Чё? Ничего не упало на него. Дальше будем говорить. Тело. Меткость горит в ткани. Да. Чего тебе оно надо? Пёс, зря ты туда выбежал. Очень зря. Помянем. Быстрее. По-моему, кто-то сейчас ХП получит. А, Войд здесь. А Войд АФК, да? Не надо. А чё надо? Пауки бегут. Штаны. Крик скорости. Желательно с лифта выйти, чтобы не уехать. Нет.